Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем, кто во гробах жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Слава Господу Иисусу Христу, умершему ради нас, закланному ради нас на Голгофском кресте и воскресшему ради нашего оправдания. Слава Господу Избавителю! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Искупителю рода человеческого! Дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю всех с праздником Господним Пасхи. Пасха наша – это не просто красный день календаря, это не просто даже празднество, пиршество, служение, богослужение, обряды, красивые церемонии. Наша Пасха – это сам Иисус Христос. Наша Пасха во всей своей полноте – это личность Иисуса Христа, живой Господь наш Спаситель, который с нами во все дни до скончания века. То есть Он во все дни с нами, и Он в каждом дне наш праздник, наше пение, наша любовь, наша радость. Сладчайший наш Спаситель, Искупитель Иисус Христос. Ему вся слава и хвала. Дорогие друзья, благословляю всех вас, и пусть Христос, воскресший из мертвых, воскресит сегодня миллионы и миллионы душ из гробов проклятия, беззакония, греха. Пусть сегодня Иисус Христос прославится в судьбах миллионов и миллионов верующих. Слава Господу Иисусу! Благословляю всех вас благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Пасха Господня 2018 года. Песах 5778 года. От сотворения Вселенной, от сотворения мира, от нашего прапрапрапраотца Адама в библейском летоисчислении. Слава Господу! И в эти дни мы пируем и ликуем, и славословим Господа. И действительно, в Слове Божьем, в Библии, именно акцент ставится на распятом за нас Иисусе Христе, на жертве Голгофской. В восточном православном христианстве принято несколько продолжать эту, будем так говорить, это учение, эту практику, и акцент уже ставит на воскресение Иисуса Христа. Ведь если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, тогда еще во грехах. Но не так, дамы и господа, Христос уже воскрес, и мы оправданы навеки, мы бесквасны. Бог видит нас не с дрожжами греха и порока лукавства, а пресноками видит нас, мацой чистой, чистоты и истины. Слава Господу, пусть Бог вас благословит всех. Мир всем вам! Аллилуйя!